Ремонт дорог в Заречном вышел на финишную прямую. На этот год запланировано заменить более 68 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Большая часть работ уже выполнена. Осталось уложить около 13 тысяч квадратных метров нового асфальта. Замена асфальтового покрытия – одно из мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На ремонт дорог планируется потратить около 56 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – субсидии из федерального и областного бюджетов. Городская казна финансирует ремонт улично-дорожной сети лишь на четверть. Улицы, где нужно заменить асфальтовое покрытие, определила специальная комиссия. Мы смотрим в целом износ того покрытия, которое у нас на уличной дорожной сети город присутствует. То есть, как только мы эту работу проведем, мы определяем те улицы приоритетные, которые идут у нас в первую очередь под ремонт. Новый асфальт уже положили на улицах Конституции СССР, Литки, Коммунальной, Западной и Ленина. Осталось отремонтировать еще два участка. Один из них – улица Светлая от пересечения с улицей Ахунской и до перекрестка с проспектом 30-летия Победы. Осуществлена подготовка дороги в части фрезерования и выполняются работы по поднятию колодцев ливневой канализации и дождеприемных решеток в отметку, необходимую для проведения работ по асфальтированию. Для ремонта дорог используют высокопрочное покрытие – щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Впоследствии на уложенный асфальт нанесут термопластиковую разметку. Предполагается, что работы будут завершены к концу июля. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».